Всем привет, дорогие друзья! Потихонечку рассада у нас растет. И сегодня хочу показать, чем мы поливаем такой объем рассады. Получается с этим аппаратом побыстрее, чем вот с леечками. Раньше брали леечки, один наливает, другой подает. Верхние этажи у нас небольшая лавочка, широкая. И мы ей проливаем сверху и кашпо, и все. И постепенно вот так проливали. Один наливал лейки, другой все это проливал. Бочка у нас вот такая вот, на 230 литров вроде бы. Сейчас покажу. Тут у нас вот разметочка 200, 150 литров, 100 и на 50. Это я, чтоб разбавлять подкормку, если что, вносить цветочком. Ну и сейчас покажу, чем мы сейчас пользуемся. Вот у нас насосик вот такой купили. Это не только для теплицы, это очень удобно в огороде. Нагрелась от солнышка водичка, там сливная или какая, со скважины налили, и вот этим уже насосом поливаем спокойно цветочки, растения. Ну вот так он упакованный. По цене он стоит, вот тут сборка нарисована, я уж не буду сильно подробно рассказывать. Стоит он рублей 6-7 тысяч. И мы его зимой, он с большой скидкой на Озоне взяли за 5 с копейками. В набор входит шланг. Вот он во всю длину у нас. Сколько он метров-то? 1,2 толщина. Метров вроде бы так у нас теплица. 15 метров. Вот. Подзабыл уже за сезон. И вот сегодня у нас солнечный день. Начали солнечные дни. И мы достали насос. Сейчас будем, как бы была влажность, проливали, успевали лейки, выборочно поливали. Ну а сейчас у нас сушит от солнышка, тем более работает вентиляция у нас, и сушит капитально сейчас растения за день. И вот сейчас на ночь мы будем поливаться, постараюсь вам показать. Ну и в наборе у нас идет вот такой сам насос. Тут у нас губочка там внутри, видно, не видно, как бы фильтр, чтобы грязь не подсасывала. Написано, что только чистой водой пользоваться. Ну, не шибко грязный. Это вот у нас идет поплывок. Он цепляется на бочку. Вот тут зажим такой. Тут регулируется давление. Можно регулировать вот этим. Перекрывать. Открывать. Вот стрелочка тут видно. Поплывочек можно отцеплять. А так он работает вот в ручной режим. Это вот повернули его в рабочее состояние, повернули обратно, отключился. И вот там шланг, как бы это вам все показать. Это все идет в наборе. Вот он сюда. Насос сам опускается в бочку. Провод идет вот так, он скрученный в резетку. И вот этим поплывком мы уже на бочке регулируем включение-выключение. Ну и основной шланг подключается вот сюда. Сейчас я это все продемонстрирую. Поплавок отцепляется, можно бросить его в бочку. Вода в бочке кончается, и он автоматически отключается. Ну и в наборе вот еще идет пистолет вот такой вот. Вот так он выглядит. Быстросъемники, все в наборе. Это уменьшает давление шланги, а вот этим регулируется как бы распылитель. Можно тихонечко под корень поливать, можно большим давлением. Ну вот как-то так. Сейчас я все подцеплю, все покажу. Ну вот мы запустили наш насос. Вот он так гудит, работает. Вот мы отключаем пробочку нашу. Все не работает.
Вот у нас пистолет. Там вот он на глубине стоит. И как бы вот эта пробка отцепляется. Вот тут откручивается. И можно ее закинуть туда в воду. И он будет отключаться, когда вода будет кончаться. Вот так он, прищепка выглядит. Спокойно держится. Тут направление. И сейчас покажу вот шланг. Вот по цепине. Сейчас покажу, как он работает. Включаем спокойно. Когда рабочее состояние, он это просто там гоняет воду внутри бочки. И все, подходим к нашим цветам. Тут у нас сейчас один. Получится снять, не получится. Вот сейчас давление пониженное. Так, давайте над бочкой лучше. Вот. Вот. Он фиксируется. Тут вот такая кнопочка. Вот фиксатор. Давление. Вот. Включу. Вот давление. Поднимаем давление. Опускаем давление. Опрыскиватель. Сейчас покажу. Крутим вот эту шайбочку, как на всех опрыскиваем. Добавляем давление. Можно опрыскивать по листу. Ну и вот в таком режиме мы поливаем наши цветочки. Сейчас покажу. Вот спокойно подходим, включаем и пошли поливать. Сейчас ближний покажу просто. Сюда под кромочку уносим. Когда это надо перекурить, отключили. Все, перешли, отдохнули и дальше вперед. Можно опрыскивателем, сейчас я настрою. Опа. Опрыскиватель. Вот, можно вот так поливать. Вот, ей хорошо, приятно в рассаде. И по листочку, и по горшочку. Ну вот, как-то такой обзор сделал нашего помощника БП, там какой-то номер. И вот так мы поливаем нашу рассаду. Сейчас покажу, фиксируется. И пошли поливать. И сейчас распылителя мы всю нашу рассаду быстренько польем. Всю нашу тепличку. Ну все, кому понравилось видео, оставайтесь с нами. Всем пока. До новых встреч.